Краснодаре большой ремонт. Работы кипят и днем, и ночью, чтобы уже в ближайшее время там, где были непроходимые ямы, появилось новое ровное полотно. Причем обрадует оно не только автомобилистов. Укладываем тротуары, делаем водоотводы. Для жителей обеспечиваем нормальные доступные проходы. Параллельно идет укладка выравнивающего слоя и поднятие колодцев на проезжей части. И станет ездить вам комфортно всем. Сейчас скорость на некоторых участках дорог ограничена, кое-где и вовсе нельзя проехать. Все эти неудобства временные, нужно потерпеть, и городские улицы изменятся до неузнаваемости. Покрытие улучшится, меньше машины будут страдать, комфортность, настроение будет лучше. Ям меньше, трясешься меньше. Улучшится ситуация. Надеемся на это. А вообще, конечно, работ нужно провести очень много. Почти 50 объектов краевой столицы нуждаются в ремонте. Это 74 километра дорожного покрытия. Работы здесь разделили на два этапа. Начали с самых оживленных улиц. Которые позволяют в летний период при меньшей загрузке интенсивности движения провести быстрее работу на данных участках. Окончание данной программы конец октября. Месяца. Это когда завершатся ремонты. Кипит работа не только в столице Кубани. Ремонтируют дорожное полотно по всему краю. В этом году по планам будет построено, отремонтировано и реконструировано более 400 километров дорог. Бригады трудятся в Армавире, Геленджике, Анапе, Краснодаре и десятках муниципалитетов края. Решить дорожную проблему поручил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. По его поручению на ремонт и реконструкцию была выделена беспрецедентная сумма. Выделено 3,6 миллиарда рублей на ремонт 420 километров дорог местного значения, порядка 200 населенных пунктов. Кроме этого, на сам город Краснодар дополнительно выделено еще 2 миллиарда рублей, из которых 1 миллиард – это средства федерального бюджета, 900 миллионов – это средства краевого бюджета и 100 миллионов – это средства муниципального бюджета. Таким образом, дорожный фонд Кубани в этом году составил 23,5 миллиарда рублей. На эту сумму отремонтируют опасные участки на трассах, нанесут новую разметку, установят освещение. А еще укрепят склоны гор, которые в будущем могут прийти в движение. Все это для того, чтобы дороги Кубани стали комфортными и безопасными. Анастасия Дешина, Алексей Комаров, Кубань 24, Краснодар.